Медитация сидя. Осознание своего «я». Данную медитацию можно практиковать в любой удобной позе, но в классическом исполнении ее делают в положении сидя на коленях. Время медитации не лимитировано. Длительность вы определяете по самочувствию. Суть данной медитации заключается в том, чтобы осознать свое истинное «я», отбросив все маски. Это достаточно непростая задача. Освоение данного упражнения может быть от нескольких месяцев до нескольких лет. Выполнение упражнения. Принимаем позу сидя на коленях, ноги вместе, глаза закрыты, спина ровная, ощущение, как будто вас за макушку потянули вверх. Язык прижимаем к верхнему небу. Ладони лежат одна на другой, на бедрах. Большие пальцы рук кончиками соединяем. Тело расслаблено. Вначале просто сидим, расслабляемся и стараемся ни о чем не думать. Если появляются мысли, мы просто их осознаем и отпускаем, не развивая ход мыслей дальше. Далее мысленно задайте себе вопрос «Кто я?». Начнут приходить ответы у вас в голове. Например, «Я человек», «Я тот, которого зовут так-то и так-то», «Я работник такого-то учреждения, фирмы, завода» и так далее. И другие ответы. Это ваши маски, под которыми скрывается ваше истинное, настоящее «я». После каждого ответа спрашивайте себя, это действительно «я»? Прислушивайтесь к своему телу, разуму и душе. Постепенно будут отходить маски, и вы будете все глубже и глубже погружаться в себя, все ближе приближаясь к своему настоящему «я». Когда вы избавитесь от всех масок, словно озарение придет понимание своего истинного, настоящего, бессмертного «я». Осознание своего «я» на Востоке называют просветление. Человек, достигший просветления, не чувствует страха, беспокойства. У него не бывает депрессии и других психофизических проблем. Он не перестает чувствовать, просто его чувства бурлят на поверхности, но при этом его истинное «я» находится в равновесии, как будто на некоторой глубине под водой.